высвобождено нежилое здание бывшей врачебной амбулатории в поселке Преображенский. Как вы знаете, в прошлом году введена в строй новая врачебная амбулатория туда и уехала, освободилась имущество здания. Это здание является краевым, и мы пришли, решили предложить, чтобы это здание передали нам. Так как у нас сельская администрация Преображенская находится в здании, которое арендует у частного лица данное здание. Соответственно, чтобы ежемесячно они платят по 50 тысяч рублей арендной платы, чтобы не платить. И, соответственно, данные средства направить на тоже текущий ремонт, содержание здания, сделать они уже свою здание. Мы просим, чтобы вы дали согласие на передачу нам в поселке Преображенском нежилого здания, школьное здание 1А, балансовой стоимостью 1 203 760 рублей. Спасибо, Дмитрий Николаевна. Уважаемые депутаты, вопрос есть по данному такому? Также, конечно, у нас этот вопрос стоял. То есть, есть предложение, я предлагаю вам дать согласие. Если никто не против, значит, голосуем. Кто за? Против? Воздержались?